Привет, друзья! Я Кулик Михаил Федорович, юрист, основатель и руководитель школы «Кормщик». Ну, собственно, как обычно, в этом кабинете, в таком положении, я комментирую нормативные акты, регулирующие жизнь и пользование маломерными судами. Кое-чего за это лето поднакопилось. Два документа, которые могут представлять для нас с вами интерес. Один я прокомментирую сегодня, а о другом только лишь скажу, анонсирую его. Ожидайте в ближайшее время комментария. Итак, это документ, о котором я сейчас буду говорить. Это проект приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации об утверждении порядка проведения медицинского освидетельствования судоводителей маломерных судов. И не подумайте, что это касается исключительно тех, кто еще, как говорится, бесправный и только собирается получить удостоверение на право управления маломерным судном. Нет, это касается еще и тех, у кого истекает срок действия нынешнего удостоверения и для его продления, то есть получения нового на новый срок 10-летний, придется проходить освидетельствование. Также освидетельствование может быть назначено органами ГИМС, ну, по ряду причин. Я не имею в виду определение состояния алкогольного и наркотического опьянения, но бывают ситуации, когда вас могут инспекторы ГИМС направить на освидетельствование. Казалось бы, что тут сложного? Все вроде бы уже устаканилось и уже определилось. Но не все так просто, поверьте мне. Сейчас, как ни смешно, действует приказ еще 1986 года. Это приказ Минздрава СССР номер 724 от 26 мая 1986 года. О порядке освидетельствования медицинского судоводителей маломерных прогулочных судов, ну, либо индивидуальных, как они тогда назывались. И этот приказ прекратит свое действие с 1 января 2022 года. Соответственно, ему на смену должен прийти новый приказ. И коль скоро я сказал слово «проект», я хочу уже не в первый раз предупредить. Мои комментарии проектов законодательства не говорят о том, что оно обязательно будет в таком виде принято. Это во-первых. Во-вторых, ни на какие вопросы, касающиеся этого проекта из разряда, что уже, а я вот недавно проходил, все было по-старому, я отвечать не буду, потому что, повторяю, будьте внимательны, это проект. Я почти уверен, что он так и будет принят в том виде, который я сейчас прокомментирую. Но, тем не менее, я не беру на себя ответственность утверждать, что это будет именно так. Ну, а теперь к существу самого приказа. Поехали. Само собой, я не буду рассказывать о каждой статье этого планируемого порядка. Ну, не положение, не правил, а порядок. Вот так назвали этот документ. Он, скажу лишь самое важное, регулирует вопросы проведения медицинского освидетельствования на наличие медицинских противопоказаний к управлению маломерным судном, далее медицинское освидетельствование, а также определяет последовательности действий при проведении медицинского освидетельствования. Итак, что в нем содержится и что нового? Во-первых, статья 3 говорит, медицинское освидетельствование проводится в следующие сроки. В отношении лиц до 60 лет включительно один раз в 5 лет. В 5. Заметили некоторое противоречие. Я в самом начале ролика сказал, меняя удостоверение сроком действия в 10 лет, вы будете проходить медицинское освидетельствование, чтобы получить новое удостоверение опять на 10 лет. Так вот, новый порядок требует проходить это освидетельствование раз в 5 лет. То бишь, права одни и те же, вы не идете их менять, но у вас могут из ГИМС, смогут, точнее, запросить свежую медицинскую справку. Как это будет, пока тоже непонятно. Еще нет порядка такого запроса. Он еще не установлен никем. Ну, а самое главное, здесь разные ведомства работают, да, Минздрав свои правила вводит, а МЧС введет свои. Поживем, увидим. Далее, в отношении лиц в возрасте с 60 лет и старше, один раз в 2 года. Немалое число яхтсменов и водномоторников, имеющих удостоверение на право управления маломерным судном, в возрасте
старше 60 лет. И вот, да и я уже приближаюсь к этому. Вот, и мы вынуждены будем раз в 2 года проходить такое освидетельствование. Хорошо это или плохо, судить вам. Но вот такой проект. Далее пункт 7 этого приказа, который при первом прочтении вызвал мое недоумение. Правда, потом я разобрался, но помогу разобраться и вам. Итак, для прохождения медицинского освидетельствования, освидетельствуемый, то есть мы с вами, представляет в медорганизацию, в которой проводится освидетельствование, следующие документы. И самый первый. Направление, выданное уполномоченным должностным лицом территориального органа, осуществляющего госнадзор, не буду все произносить, речь идет о ГИМС. Я испугался, думал, что теперь для того, чтобы получить справку, надо будет сначала получать направление ГИМС. Но в конце есть этого подпункта примечание. При наличии, то есть направление, выданное ГИМС, при его наличии. Что значит как раз то самое, вас могут смогут в случае принятия этого проекта направить на медосвидетельствование. Во всех иных случаях вы сами по своей инициативе, мы с вами будем ходить на это освидетельствование, ну, с целью получить справку для замены удостоверения, для получения его впервые или еще для каких-то целей. Ну, второй документ – это страховое свидетельство медицинского страхования ОМС и третий паспорт. То есть, практически ничего не поменялось. Просто в 1986 году в СССР еще ОМС полисов не существовало. Продолжаем. И вот теперь самая главная засада. Ну, ее следовало ожидать. Тот, кто проходил освидетельствование не так давно, с целью, опять же, замены или получения первичного удостоверения, знают, что в медицинских комиссиях вам предложат 2 варианта справки. Первая, так называемая 003 ВУ, ну не так называемая, а это так называется форма. 003 ВУ это на водительское удостоверение, то есть справка о годности к управлению механическими транспортными средствами. Водительская справка. И она нормально проходит в ГИБС. Сейчас предлагают, пока еще действует старый приказ, и другую справку, которая выдается в соответствии с тем самым приказом 724 Минздрава СССР. То есть она немножко отличается. Она не изготавливается на таком радужном красивом бланке. А главное отличие состоит в том, что для ее получения нет необходимости тащить справочки о том, что не состоишь на учете в наркологическом и психоневрологическом диспансере. Так вот, по новому проекту, в соответствии с 11 его пунктом, если он будет принят, а вероятность этого крайне высока, тут возьмусь уже оценивать ситуацию, потому что происходит унификация. Да? Для автомобиля нужны наркологические, психиатрические, почему же не нужны для маломерного судна? Нам бы вроде бы и легче было без этого. Хотя, по большому счету, может, меньше дураков и пьяниц будет на воде. Но это мечты. Итак, теперь для получения справки, я так полагаю, что это будет уже с 1 января 2022 года, необходимо будет к заключению должна, это вот я цитирую, к заключению должна быть приложена справка об отсутствии медицинских противопоказаний к управлению маломерным судном, выданная врачом-психиатром и врачом-психиатром-наркологом по результатам проведения осмотра, в соответствии там, ну, со своими нормативами. И хорошо, и плохо, но с этим ничего не поделаешь. И, наконец, пункт 13, ну, вот это очень символично, говорит следующее. Направление на медосвидетельствование и контроль за соблюдением сроков его прохождения, а также направление на внеочередное медицинское освидетельствование при появлении признаков патологических состояний, препятствующих безопасному управлению маломерным судном, осуществляется уполномоченным должностным лицом, там бла-бла-бла, проще говоря, ГИМС. Ну вот, собственно так, как они будут выявлять у нас наличие патологических отклонений, я не знаю. То ли инспекторов ГИМС отправят учиться в медтехникумы и медколледжи, то ли они смогут это как инспекторы ГИБДД делать. А ну-ка прикоснись мизинцем левой ноги к носу соседа. И вот, в общем, не получилось, значит, ты пьян. И вот, казалось бы, и все. Но что вызвало мое недоумение и, я бы сказал, даже возмущение?
К этому проекту приказа приложен проект перечня медицинских противопоказаний, препятствующих допуску к управлению индивидуальными маломерными судами. Почему-то продублировано из советского приказа индивидуальными. Но нет такого понятия в законодательстве, тем не менее, я думаю, поправят. Но здесь речь идет о глазных болезнях, лор органов заболеваний, внутренних болезнях, хирургических и нервных психических заболеваниях, то есть при наличии которых не дадут вам справку. Так вот, что вызвало мое недоумение. Пункт второй заболеваний лор органов, это ухо-горло-нос, проще говоря, глухота. Дорогие мои друзья, автомобиль глухим водить можно. На планерах летать можно. Квадроциклы можно, снегоходы можно, а маломерные суда нельзя. Объясните мне, ради бога, авторы этого проекта, почему вы так ущемляете и дискриминируете людей с ослабленным или отсутствующим слухом? Я хотел бы услышать ответ. Даже в советское время, если в 86-м году при издании того приказа, о котором я уже говорил, была включена глухота как основание недопущения к управлению, в 87-м году одумались и был издан приказ номер 102 Минздрава, которым глухота была изменена на людям с глухотой и ослабленным до каких-то там нормативов слухом, разрешалось судовождение в светлое время суток при хорошей видимости. Тем самым люди были допущены. Для кого-то это единственная возможность окунуться вот в эту природу, если не слышать, так хотя бы запахи и видеть. Еще одно заболевание, которое препятствует получению справки, а соответственно и допуску к управлению маломерным судном, и опять вызывает мой гнев и неудовольствие, это отсутствие нижней конечности выше голени. Простите, при таких обстоятельствах водить автомобиль, где нужно нажимать что-то ногами, какие-то педали, можно водить, а вот маломерное судно, где, как правило, ногами ничего никто не нажимает, нет такого органа управления, почему-то водить нельзя. Объясните мне, авторы этого проекта. Как вы поняли, у меня остались вопросы к этому документу. Мы посмотрим, а я с удовольствием прокомментирую его, если будет что комментировать, если будет отличаться от этого проекта, тогда, когда он будет принят в окончательной редакции и вступит в силу. Ну и еще один проект, еще более интересный, но о нем сегодня мы говорить не будем. Вот, мне в руки попал в этой красивой папке документ, который называется «Проект федерального закона о безопасности людей на водных объектах». Что это? А это означает, что вновь возвращаемся к ситуации 2014-2018 годов, когда в недрах ГИМС, вернее, Управления безопасности людей на водных объектах Министерства по чрезвычайным ситуациям, благодаря тогдашнему руководителю ГИМСа Маяка Маякчу Нуникяну, я был лично с ним знаком, нет, был не в смысле, его уже нет, он жив, здоров, и слава богу, вот он только не служит больше в МЧС. Так вот, значит, я был с ним знаком и обсуждал, так вот, в 2014 году он инициировал тогда закон о безопасности плавания маломерных судов, поскольку сейчас странная и непонятная коллизия. Все, что связано с маломерными судами, ну или практически все, регулируется не законом, ни даже постановлением правительства, а ведомственными нормативными актами, приказами МЧС. По общему правилу, приказ МЧС распространяется исключительно на тех, кто имеет прямое отношение к МЧС. Но здесь, конечно, незаконного сейчас нет ничего, потому что постановлением правительства соответствующим полномочия МЧС включено издание приказов, обязательных для исполнения всеми гражданами, в части их касающихся. То есть, но конструкция с юридической точки зрения крайне сложная.
И несерьезное, потому что приказ министерства в ряду нормативных актов, вот в иерархии, имеет самую малую правовую силу. Не в обиду будь сказано министру по чрезвычайным ситуациям и прочим министрам. Тем не менее, их приказы, они самые ничтожные, самые малозначимые, потому что дальше, выше, точнее, это постановление правительства, выше постановление правительства это федеральный закон, и самая высшая сила это Конституция. Ну ладно, в Конституции мы не ждем упоминания маломерных судов, хотя было бы приятно, наверное, нам это, но тем не менее, это шутка. Вот, но федеральный закон все-таки сам напрашивался. Так вот, вот этот проект, который у меня лежит на столе, попал ко мне пока не официально, но он уже серьезно заставил меня задуматься. Очень и очень задуматься. Там закреплены такие вещи, которых очень не хотелось бы видеть не только в нашем вот родном, будем называть его так, законе, и вообще в российском законодательстве. Я готовлю комментарий, но еще очень и очень размышляю, стоит ли его публиковать. Почему? Потому что, я надеюсь, авторы этого проекта одумаются, изменят свой подход. И когда на соответствующих ресурсах официальных опубликуют проект для нашего с вами обсуждения, вот, скорее всего, тогда я его еще раз изучу, сравню с вот этим и прокомментирую. Друзья, на этом на сегодня все. Единственное, что я хотел бы добавить, знайте свои права, боритесь за них. Не давайте никому, в том числе инспекторам ГИМС, которые, в общем-то, по большому счету и в большинстве своем, ребят, хорошие и понятные, вот, но не давайте на себя давить, понуждать к чему-то незаконному, а главное – привлекать к ответственности за ни за что, простите мне такую фразу, и я как мог помогаю в этом, как могу. Вот есть мой сборник нормативных актов о маломерных судах с моими юридическими комментариями и разъяснениями. Его можно приобрести на сайте кормщик.ру в соответствующем разделе. Да, это, конечно, реклама моей книги. Но поверьте, я не перепродаю чье-то. Я сам это все выстрадал, обдумал, проанализировал, написал, издал и предлагаю вам. До свидания, мои дорогие. Увидимся на воде. Пока.